круто. Только тише, бога ради. Сиксон давно пытается кому-нибудь загнать эту лавочку. Пока желающих ее купить не нашлось, но система охраны все еще работает. Ясно. Пока хватит разговоров.
закончил представитель компании. Просим обратиться к ближайшему андроиду. Подача электроэнергии к рубильникам восстановлена. Уэйтс, где искать рубильники? Один в аналитической лаборатории, еще один в комнате санобработки. Хотите приобрести рабочего андроида? Обратитесь в компанию Sixon. Thank you.
Получен запрос на техническую проверку в секторе С-12. Запрос подтвержден. Ожидайте техника. В настоящий момент мы вынуждены усилить меры безопасности. Если вас здесь что-то не устраивает, пожалуйста, сообщите. Ясно. Вы идете в место под названием проект KG-348. Скажите, когда доберетесь.
Уэйтс, я дошла. Тварь идет за вами? Вроде да. Ясно. Идите в лаборатории. Однозначно. Я тебя не знаю, но ты вроде мирная. Никому нельзя верить. Каждый за себя. Thank you.
Уэйтс, я дошла. Комплекс лабораторий может быть отделен от станции, но для этого нужно восстановить питание. Опасных материалов. Thank you.
Подтверждена утечка опасных материалов. Приняты аварийные меры. Внимание! Просьба проследовать к ближайшему выходу. Сохраняйте спокойствие. Простите, Рипли. Начинаем процедуру отделения от станции. Отдайте. Пожалуйста, пройдите к ближайшему шлюзу и ждите дальнейших указаний. Идет выравнивание давления. Выравнивание давления. 25%. Выравнивание давления. 50%. Выравнивание давления 75%. Меня кто-нибудь слышит? Рипли, это
Да, Уэйт! Это я! Чтоб ты сдох, ублюдок! Ты запер меня вместе с тварью и отправил в космос! У меня не было выбора, вы понимаете? Вы же видели эту тварь? Видели, что она делает с людьми? Я должен был убрать ее со станции любой ценой! Ну да, ценой моей жизни! Поймал на живца! Так поймал же, Рипли, поймал! План сработал! Чудовище летит к газовой планете, а станции ничто не угрожает! Да, только это не отменяет того факта, что ты бездушная сволочь! Сейчас я приду в штаб, и мы обсудим с тобой твои методы. Все, отбой! Внимание! Аполло поднял оценку угрозы до уровня Омега. Спасибо. Хочу подать жалобу. Жалобу этому, короче, самому большому начальнику. Меня звать Зак Уотсон. Уотсон! Понятно? Жалоба, короче, такая.
Я жалуюсь на службу безопасности. Вообще-то они должны нас защищать. Это их работа. Когда на станцию пробралась какая-то хрень. И ни одна собака не знает, кто это. Никто ничего не знает. Двери закрыли. Спрятались и сидят. Мне страшно. Это кобздец, как мне страшно, люди.